Близится главный православный праздник. Хлебопеки края хотят накормить куличами как можно больше жителей региона. Предприятие планирует приготовить 100 тонн пасхального лакомства, чтобы досталось всем желающим. Пекарни молочного комбината «Ставропольский» работают на полную мощность, ведь праздник уже в это воскресенье. Наши пасхи изготовлены из натурального сырья. Все своего производства. К нам приходит молоко. В состав наших пасочек входят яйца, мука, молоко, масло. Мы, как говорится, формуем пасочки, и наши пасхи сделаны с душой. У наших пасок новое украшение, новая, получается, посыпка, новые технологии выработки сделаны, цветочки наши новые. Все сделано нашими кондитерами. Куличи от МКС можно найти на полках в фирменных магазинах. Каждый житель края сможет купить пасху, сделанную по всем православным традициям. У нас последнюю неделю активно включились в производство куличей все наши предприятия хлебопекарной отрасли, в частности и малые, и крупные предприятия, это и Пятигорск, Ставрополь, Невиномыск, Кисловодск, Минеральные воды. Средний кулич весом 350 грамм, соответственно, мы договорились, что они будут дешевле 100 рублей. Приобрести ставропольские куличи можно как в федеральных торговых сетях, так и в розничных магазинах, а также на пасхальных ярмарках. Анна Куликова, Вячеслав Юшкевич, Максим Квитковский, АТВ Ставрополь.